Привет! Это игра под названием «Мертвые клетки». Сегодня я в нее поиграю. Нормальный режим. Что такое потоковый? Для использования этого режима игры нужно... Ладно, нормальный пусть будет. Что это за фигня? В меня залезла какая-то зараза. Так, я давно на геймпаде ни во что не играл. Прыжок. Основное оружие. Вообще тут в настройках можно было выбрать, как будет выглядеть мясо. Я не знаю, для чего это. Но там можно было выбрать вегетарианскую еду, багеты, двойной прыжок. А ты тот самый безголовый парень, который повсюду шныряет? Да. Что такое? Проглотил язык? Ты же сама сказала, что он безголовый. Ах, да, точно. Языка нет. Вот ты глупая. Ну, должно быть странно это восстать из мертвых. То есть, ты же заметил, да? Умереть больше не получается. Я не очень-то понимаю, как это работает. Но ты первый, с кем это случилось, если тебе интересно. Это все, что ты хотел сказать? Нельзя продать. Боеприпасы возвращаются после того, как враги убиты. И щит. А, то есть я могу что-то одно выбрать? Я лучше вот это оставлю, это прикольная штука. Можно мне вниз? Ой, а как уворачиваться? Оп. Это тоже враг? Найди чертеж. Я не знаю, сложная ли эта игра или нет. А пока что... Вроде как нет. Надо вот этого гасить. Вот этот может сломать, да? Блин, я не часто в такие игры вообще играю. Тут ничего нет. А как карту открыть? Ага. Так, а если бы я прыгнул туда, меня это куда бы перенесло? Это не сломать? Ясно. Я сначала здесь все смотрю. Ладно, смотреть больше нечего, ладно. Он еще и сам целится. Но у меча урон больше. Зачем открывать двери, когда можно их просто ломать? Это ведь куда интересней. Он еще и прыгает, вот гад. Я думал, он будет ползти просто. Головешка поджигает врагов и землю. Сто урона в секунду, 8 урона в секунду, 19 урона в секунду в течение 3 секунд. Ладно. Нет! Надо меня бить. А ты кто? Ладно. Может, эта игра и хардкорная, я не знаю.
Как попасть туда? Где-то обходить надо. Еще и в управлении пока что путаюсь. О, нет. Вряд ли я такое буду и дальше проходить. Еще один телепорт. Заплатить. Плати и проваливай. 1650. Ну вот как только накоплю, так сразу и заплачу. Чтобы посмотреть. Открыть. Капкан, 40 урона в секунду, разбрасывает ловушки, которые обездвиживают врагов и увеличивают наносимый врагам урон. Так, ну прикольно. Зря я сюда пошел. Да, блин. Это что такое? Пощекотать? Ну ладно. Стоп, там же тупик. Или там через верх можно было уйти? Ладно. А эту дверь сломать нельзя? Вы разгневали богов, всего один небольшой удар, вы мертвы. Чтобы снять проклятие, нужно убить 10 врагов. То есть, повышает любой из трех показателей? То есть, можно просто дверь сломать? Брутальность. 15% урона для красных предметов, то есть меч. Фиолетовых предметов. Зеленых предметов. Вот здесь здоровье больше всего поднимается. Живучесть. Ну, давай вот так. Всего один удар. Буду стрелять из лука. Так, я думал, там враги. Повышает любой из трех показателей. Это на халяву. Так, ну можно и фиолетовый теперь прокачать. Почему нет? Умирай. 8. Я не знаю, что это за розовые мужики. Они могут вниз спрыгнуть. Они могут свои шарики бросать. Ладно, пока. Нам не по пути. Я посмотрю карту. Блин, надо с ними что-то делать. Нет! О, боже. Смерть от проклятия. Потеряно клеток? Ты уже вернулся, похоже, тебе нелегко пришлось. Отстой, вот он, гад. А ты заметил, что всякий раз, как умрешь, все немного меняется? Можно дать подумать, будто остров живой. Очень странно, не находишь? То есть тут каждый раз заново все генерируется? У меня все пропало. Каждый раз сначала надо проходить, что ли? Вот, отстой. Я такое в жизни не смогу пройти. Это надо очень долго задротить. Но если бы не то проклятие, все было бы куда легче. Еще и этими кувырками не пользуюсь. Так, стоп.
Нет боеприпасов. Так, этот минус, парень. Я вот туда не могу выстрелить. Зато он свои вонючие шары бросает. Ну все, он напросился. Надо было там вылезать и гасить его. Что вообще это такое? Пощекотать? Зачем это делать? Оу! Эта дверь заперта. Нет! Вот отстой! Умирай, умирай! Что это? Кровавый меч? А как здесь хилиться? Что это? Кебаб восстанавливает 15% здоровья. Дверь открыта. Надеюсь, не на время. Всё, хана тебе, гадина. И куда это меня приведет? Ага. Давай, красный. Почему бы и нет? Надо карту посмотреть. Ну, в принципе, мне сюда и надо. Можно через низ идти, а можно через верх. Я сначала сюда спущусь. Нет, 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 уходи. Я передумал. А можно мне опять ту штучку, которая хилит? Давай, давай. Нет. Не так мало жизней. Ужас. Тихо, тихо. Надо постоянно уворачиваться. Там мечи какие-то крутые. На один секрет. Этот симпатичный камушек можно продать за 500 монет. Моя прелесть. А, ну вообще я это случайно сломал, пока того мужика бил. Да ты чего не попадаешь-то? Зачем щекотать вообще эти штуки? Я этого не понимаю. Может, надо долго этим заниматься? Ладно. Я не знаю, ломать или открывать. У меня и так жизни-то мало, ну давай сломаем. 10 врагов. А может потом вообще будет наказание расти и будет 20 врагов. Наносит средний урон. Лимонка. Дайте мне хилочку. Еще 8. Так, любой показатель можно, но красный.
если я ничего не пропустил. Что это там? Так, открой. Замораживает врагов перед вами, не наносит урона, если цель уже заморожена. 100% урона, если враг горит. Горит. Можно я лук заберу? Тропа обреченных, то есть... Может, это мой выход? Я хочу посмотреть, что внизу. Может, не стоит рисковать? Я не знаю. Если я перейду на другую локацию, у меня вот эти 6 черепов так и останутся. Это торговец? Все продается, дружок, все. 168 урона. Если враг заморожен. 175% урона. Как свои вещи посмотреть? 157. Ну, не такая уж и большая разница. Нет, извини. Вызывает кровотечение. Самонаведение. Дверь в камеру. С другой стороны слышны стоны. Никто не отвечает. Выходи оттуда, уродец. Оставь меня в покое. Ну, не зря я сюда спустился. Можно идти дальше. Если я умру, я начну вот отсюда или оттуда? Посмотрите, кто пришел. Я коллекционер, и, пожалуй, более приличной компании здесь внизу не найти. Приноси мне клетки врагов, в обмен на это я добуду тебе всякой полезной мелочи. Если тебе по пути попадется чертеж, приноси его мне, и я покажу тебе экспериментальные образцы. Осталось клеток. А когда я сдохну, это все останется? Потому что в прошлый раз я сдох и потерял клетки. Открывает целебное зелье, которое можно использовать в любой момент. Так, открыт новый предмет. Запасы золота после смерти у вас остается до 3000. Переработка. Превращает предметы, найденные на земле или в сундуках, в золото. Вот это классный навык. Здравствуй. Здравствуй. Куча трупов. Забавно, все они напоминают меня. Очень забавно, ой. Отсюда я не могу ее открыть. Мутация. Выберите одну мутацию. Восстанавливает 2 единицы здоровья после смерти врага. Плюс 30% здоровья. Пусть будет вот это. Все, мне сразу дверь открыли. Здоровье восстановлено.
Так, где враги? Мне еще шестерых надо замочить. Он какой-то крутой, что ли? Тихо! Гад! Да, я отсюда начинаю. Это довольно странно. То есть, чтобы пройти всю игру, мне надо ни разу не умереть? Странное место, как на него не посмотри. Тут и красота будет, когда вы с коллектором зажжете все склянки. Ты над этим работаешь, правда? Ну, конечно, ты работаешь над этим, как и все остальные. Это столько здесь уровней? Или что это? А, или это мои улучшения? Так, а это кто? Снова умер? Я знаю, что ты делал. Да-да, я знаю все твои грязные секретики, я все записываю в свой блокнотик, каждому свое. Ты убиваешь, а я записываю. И что это? Не открывается. Ладно, я думаю, на этом можно закончить. Такая вот игра. Она неплохая, но я в такое играть не буду. Пока.